Привет, друзья! Привет, YouTube! Сегодня хорошая погода. Дубай, пляж. Но сегодня видео будет не про пляжи Дубая. Хочу вам показать одну интересную машину. Bugatti Veyron черно-красного цвета с номером 24. Это машина одного из наших клиентов. Это машина арабского шейха. Он как бы немногословен про свою машину и так далее. Ну, сами понимаете, не каждый любит хвастаться своими богатствами. Он очень верит в нумерологию, верит, что числа приносят ему удачу, и поэтому у него номер 24. Это число связано с определенным моментом в его жизни, и этот номер, как и все в Дубае, стоит очень недешево. Ну, я так действительно понимаю, что этот номер стоит, ну, может, не как Bugatti, но как пол Bugatti, так точно. Естественно, он запретил вообще как бы эту машину детально осматривать. Сказал, можно только пофотографироваться, посмотреть. Но так как это наш клиент, все-таки у меня получилось подснять немножко покрупнее ее. Парковочка была пустая у нас. И вот выдался момент. Давайте вы поставите лайк, напишите какой-нибудь комментарий и оформите подписочку на мой канал. А я вам поставлю видео про Bugatti Veyron черного-красного цвета. Смотрим.